А у тебя канал есть? Да, Энзолю создал канал. Блин. Снимай Энзолю чисто КС. Будь задротом КС. Не, Майн снимай. Блин, мне принять надо нажать просто. Давайте потом поиграем в Bed Wars. Да, пойдем. Блин, что у меня так лагает? А, это подключение к серверу было. Ладно, давайте начинать. Сейчас я приду. Здравствуйте, дорогие зрители наших каналов. С вами Анзолио, Орончик и Кросс. Да тебя никто не будет слушать. Все, начинаем. Три. Подожди, давай когда уже все зайдут, и такие кровью ставим на камеру. Окей. Сейчас, ребят, секунду. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Орончик. И Кросс-Тове. И сегодня у нас новинка. Мы будем снимать от лица двух человек. Вау, суки! Кросс, ты снимать будешь? Нет, я не снимаю. Мы с Ромой согласились снимать от наших двух лиц. Ну, то есть он будет снимать, и я буду снимать. В общем, у нас будет такое видео. Мы друг на друга ссылки на видео оставим, может быть? Да. И на моё. Да, и на его тоже, конечно, снимать. Нет, он не будет снимать. О, тут там... По зум! Нет! Help me! Стоп, это кто? Я кого убил? С ножа просто. Изи. Ну, не читаем его ник. Я только посмотрел. Опа! О, у нас бот, отлично. А, нет, это у них. Нет, это у них бот. Ну, кстати, боту надо сливать сразу же. Берите это на бёрд сапёра, чтобы если что, затащить. Нет. Я прицел не взял, я не могу. У меня по 2000 вообще он тащерский. У меня долбери это тащерский. Прицел он тащерский. Блин, кто за мной? Энзо за мной. Короче, на лонге сейчас будет. Выходит на лонге. И мы сейчас сзади зайдем к ним. Да мы сзади зайдем. А, окей, давайте тоже. В дверях, короче, я его сейчас сольём. Давай, ты его пока там сливай. Минус. Держите. Да не, норм вообще. Держите оборону, мы сейчас подойдем сзади. Да все, что тут никого. Так, ну, это вы. Ой, такие тут заходите. О, тут чувак сейчас. А, его да, минус. Это мой, он тоже его должен был слить. Вообще, что-то изи просто. На. Заходим, минус. Ой. 60 хп. Так, отходим, у меня перезарядка. Я разминирую, давайте. Где минерка? Дайте разминирую. Это кто? Разминируй. Это где специальная буря классная. Сайрекс разминирует. А у него тоже есть этот? А, ну да, ладно. Нет, у Сайрекса не было, кстати. Только я ее брал. Ладно. Слушай, Родион. Я вернулся по МП7. Офигеть, у них два бота, это изи катка, просто изи. О, на моей сатрековской МП7 киллы убрались, там было больше 300 киллов. У них два бота, это изи катка. Это вообще изи катка. Слушайте, за что мне зачислили одно очко? За ассист, наверное. У меня 0-0-0. Слушай, наверное, выиграл. Энзолю, помогай! Да блин, это Б? Это Б, чё? Это Б1 чел, Б2 чела, Б1 чел, Б0 чел. Мы с Энзолю так порешали? Да. Лол. Всё, у них остался бот. Вы все мои килы забрали. Изи. Блин. Давайте затащим 15-0. Сколько вас? Не, мы не сможем 15-0, они какой-то рано затащат. С Энзолю, Кроссом и с Ромчиком, как мы не сможем? Это Б. Это Б, Б на Б. Ой, он, короче, уже гасится куда-то. Это бота взяли, короче, какой-то чувак. Да, бота взял. Так, я минирую. Ну все, это есть. Ассист. Норм. 1-1-0, стата! Капец, зачем убивают люди? Мне кажется, мы сейчас будем играть просто чисто против ботов. Не знаю. Меня, кстати, выгнали из игры, а мне не дали бан. Да, тебе... Лол, так, по-моему, отменили такую штуку, потому что моего друга тоже кикнули, ему не дали бан. Мне кажется, это отменили штучку. Ну так-то это нормально, потому что...
Да, потому что... До обновления у меня была такая фигня с фанатизмом. Да-да-да, у меня тоже такая была фигня. Я первым была. Так, вы до сих пор на Б все решаете? Ой, тут у чувака я степанул так отлично, это вообще... Ну, которого нельзя ник произношать. Ты чего по нему даже не подамажил, а, Энзоль? Блин, я не знаю, блин. Стоп, это, короче, это Б. Уходим на Б. Он в центре сидит, походу. По карте смотрел. Все, это изи. Минус дал. Я хочу сказать, моё, а не моё. На Б идем. Или Б чистили, нет? Мы через Б ходим все время с Энзолем. Стоп, это не Б. Стоп, или это Б? А, вон. Вон это, а нет, это не наш. Это не наш? О, это наш, то есть. Вот где это чел? О боже, 4 к 0 уйду, это отлично. У меня 3-0. У меня 2-1-0. А стоп, он куда закрылся, мне кажется, он на респе своей. Мне кажется, он сейвится. Я чекну. О-о-о, он на А, он на длине был. Окей, я уже понял, он что, бомбу ставит, да? Я, не, ну, я не знаю, с бомбой он был или нет. Вот да, бомба на А, бомба на А. Все, мы лорчики. Мою, я хочу обезвредить. Ладно, на, быстрей. Да, спасибо. Кросс так поделился. Хотя у меня даже звезды нету. Ладно. Пофиг. Блин. А, ты тебе все равно. Звезда. Все, осталось Роме получить звезды. Все, норм. А в Энзоле есть звезда, что он делает? Блин, а чё мне не дали? Пожертвовал жизнью, чтобы спалить игрока. Не, ну так-то реально. А ты возьми, закупись на 10 косарей и тебе... А, нет, это не будут. Это... Да-да, я там типа ты вау так сделал. Ребята, чё, когда стрим у вас там будет? В субботу по CSGO. Ой-ой-ой, чувак, ну, блин, я с собой пожертвовал, он горел в аду. О, отлично, блин, свою стату помял, это не круто. О, короче, лонг двое, лонг, обходите, ребят. А как мне отсесть зачислили? Энзолю, давай, иди. Ой, осторожно. Энзоля, нет, иди, там кто-то закроет. Они оставят уже. Рома, давай. Я убил человека, которого они забыли. Ой! Черт. Ты отрывками стрелял? Не-не-не, я сразу же стрелял. Ну не у Ауга, а дача маленькая. О, нет. О, чувак, ну не надо так топить. Ну иди. Он не авапер, я вот сейчас. Короче, я сейчас АВП беру. Тебя хватит? У меня 9 косарей, и сейчас еще дадут. Ну все, раунд слит, короче. Он не затащит. Конечно, да, он не СВП. Не видите? А, нет, или они ливнули? У них остался! У них 4 бота. 3. Это те, которые ушли, им просто дали сейчас только бан. У них 2 бота и 3 игрока. Черт, а я уже думал. Не. Вроде, подсадите меня на эту бочку. Да зачем тебе эта бочка? Я хочу. О боже, я помазал. О боже, молодец! Тебя свой слил. Короче, кикаем его. Нет, не надо. Не, кикайте. Да блин, мы его их и так сольем. Просто такой так тупить это нереально, серьезно. Он так просто своего слить. Он просто с АВП стоял и в меня попал. Вот. Все киллы? Из-за него я 2 раза слился. Ну, отлично. Да я не могу. Наш бот? Дайте нам бота. Так нам так дадут бота. Ну, а где он? Его еще не дали. А так мы его кикнули. Да, они меня скрысили. Вот этот вот смоля. А, нам не дадут бота из-за того, что мы его кикнули, что ли? Не, нам дадут его в следующей игре только. А, окей. Ну не в следующей, а в следующем. Малор, ну давай, петух! Не, он его не убьет. Окей, уже они сейчас нас выровняют с раундами. О, вот. Если еще, ребят, бота мне давайте, плиз. Не, ну кто быстрее умрет просто. Ну да.
А то вдруг ты будешь тащить всю игру. Просто понимаешь, что может быть парадокс? Давай, давай, давай. Что будет, а ты будут ни барон, ни баман. Ладно. Да, да, да. Я, короче, я подкупил бизончик, я могу тебе его дать. Мне тоже надо вещи какие-нибудь. Ну, а, вон они, короче, через центр, ребят. Центрят. Они на центре сидят? Мы сейчас сзади подходим. Давайте, ребят. Там никого нет. Справа, Энзоля, справа! Молодец. Ну, ты хоть. Ну, все, короче. Ну, блин, а почему? Были бы хоть посложнее игроки. Ну ладно, надо же. Находим. Не, через лонг. На лонге есть, да, кто-то, я смотрю. О боже, я промазал. О боже, дважды. У меня мышка что-то. Ладно, мам, пошли. Его слили, нет, я так и не понял. Неа. Он, а, да, слили? А, вот он. Я не могу с ним играть. Как он там? О, где он? А, вон он, окей. Не-не-не, он не там, по-моему, был. Я не пойду никуда, я буду ждать, пока они бомбу поставят. Да не заложат его, надо их слить. Стоп, я надо пройду подбирать. Возьму эту калашу, не знаю. Не-не-не, я сама пойду. Мало. Тащи. Заложи-ка попробовать. О боже. О боже! Чё ты броню не взял? Я не знаю. Нет. О нет, окей, всё. О, да что ж такое? Надо её подвести. Не-не, всё пойдёт. О, нет! Да, ассист! Что я запереживал? Кстати, там немножко осталось, но мы все равно выиграли бы, он бы бомбу... А, ну хотя... Все, я бомбу взял себе... Ой, себе... Бомбу ты взял, конечно! Так и поверил себе. Давай поменяемся. О, нет, кошка, что она творит? Давай поменяемся. Нет, да все, иди давай. Блин, красивая эмочка, ты ее не раз в руку взял. У них бот просто тащер 006. 006, 007, Джеймс Бонд. Это Б, ребят. Один на А ушел, похоже. Или двое на А. И... Мы на Б прошли. Значит, стоп. Значит, а не центр, ребят. Уходим, уходим, уходим. Так, это кто? Надо слепануть или что? Слепу. О, тихо, первый я выйду. Так, надо... Вот, ну... Никого не нужно, нет пока. Блин. А? Ну, горе скнем на А. Иди через Зигу, Энзо. Лонг, короче. А, лонг. Ладно, стоп, я через... Кто... Лонг, короче. Да, блин, бесит! Бесит! Что, где они? На лонге, два на лонге. Ну, точнее, они на А, на контроле. А, окей. Они все А, да? Да-да-да, они все А, они все. Но там по каждому подамажили, поэтому, может, с писта одного слить, наверное. Не, я, короче, буду... Не, это... Не, я, наверное, солью ранг, не буду я идти. Бомбу, все равно я не от этого. О, да не, да как? Я промазал. Вот этот Black Hornet Robos, он меня бесит. Да не, это я раз об упасть забыл этого. Да ты посмотри, какая у него стата. И что? И что? 14-5, нормально. Просто мы боты. Ладно. Просто мы боты, блин, я попробую, я не понимаю, стоп, как... у меня бобов нету, они сейчас, ребят, выравнивают тур, раунды, так что, ребят... Мамлор. Кто тут на центре мечтается? Окей. А! Боже, они в центре, что, чем попал, занимаются. Прыгают, счет. Уху! Там... Блин, это мертвый. Тут мертвый так лежит. О! А что я на АК не могу сменить? О, спасибо. А, нет, спасибо. Могу. Энзоля меня спас. Наш. Я молву нашел, что за блин? А где они, ребят? Ребята, а, блин, ну я на него посмотрел. Ай, блин, я только понял, что они на... Своего бота. О, я бота возьму.
Не, вот, отлично, все, с бизоном. Блин, опять варанов забьем, ребят, либо надо резко рашить их. Идите на... Чё? А, чё я один-то там по ним стрелял? Пофиг, ребят, рашим. Рашим как можно. Чё я по ним-то один стрелял, реально? Где все через игру? Что, день? Поздно ты, Энза, пришёл со своим ССГ. Энза, не умеешь стрелять с ССГ, зачем берёшь его? Я согласен. Малор, дефьюз. Дефьюз! А он что делает? Небось, никого больше нет, успели. Нет, не успели. Успели. Успели, две, одна. Да, да. Ну, yes! Она даже если бы зелененьким огоньком загорелась, там еще время бы много прошло. Опа, возьму. Ай, ну пофиг. О, фу, слава, зачем? Так, надо это взять. Так, что они... Или как раунд взяли, капец. Кто проживает на дне океана? Спрайн, я в коробку. Что? Что? Блин, у меня АВП нет, у меня АВППП. Рома! Что? Скажи зрителям, когда ты получишь Сильвер? Никогда. Да. Мы ответили одновременно. Это да как было... я тебя не слил, да вы издеваетесь? Это, ребята, все было прорепетировано. Сензалю. Так, брать мне бота или нет? Да, бери. Ты когда остаешься за него, могу бери. Да не, пусть берет. Что у него там? ССГ. А, ну, норм, да. Ой-ой, это кто это? А, это бот. Это где? Ну, это лонг был. Вот. Это бот был лонги. Это, а, да что они чисто на А ходят? Энза, крепись. Ой-ой, нет, блин, мне это не нравится, никак не нравится. Энзоля, давай тащи. А, это и Рома здесь еще. Рома, в яме, да. Рома, теперь убей его, ну, Рома. Блин, я не ожидал, что он там будет. Ну, Энзоли уже там убили, ну ты что, на карту не мог посмотреть? Я не слышал, то, что там. О, ладно, пофиг. Да, пофиг. Я с Файсоном вообще тащу, я даже эмку на разу не взял. А, стоп, надо, о, слеповую. Вы хоть закупайтесь, ребят. Да я закупаюсь, я пушку беру, у меня... Пойдём со мной на зигу. Да-да-да, Гозига. Энза, ты на зигу. Я по своей поднимусь. Тогда я могу на зигу. Ну, Анзолио! Это бот. Эй, ещё бот! Ну что вы там кипишуете? Давайте, ребят, нормально. Да у меня 74 хп просто. Не боимся, ну, катка, по идее, наша, но они серьезно так упираются. Ну, я не смогу. Это А, да? Да, 2 на А. Вот эти вот два, которые живы. Уже поставили или что? Так, я возьму бота. Никто не против? Да, о, боже! Надо что-нибудь взять, надо что-нибудь спить. Да, я их взял. Статрек. Видите, как он Золю растащил? У меня статрек СГ брызги волны. Возьми авапур. У меня тоже. Так, мне сейчас надо в этом раунде... Он не... Хобоса, да? Мне да. Надо не слиться в этом раунде, потому что я тащу. Ну, я сюда закупился по полной. Это у меня называется тащу. Два разных понятия. Это А опять, ребят, это А. Да, Аня. Да я через нижнюю тёмку. О, нет, ну блин, что за фигня, ребят? Я вообще не понимаю, что я сливаться начал. 12-6, позор. Я бота взял. Да, малор. Они, короче, опять на А пошли. Блин, мне какое-нибудь другое оружие. Тут нового у чувака просто, ну, у бота. Это не круто вообще никак. Ой, они еще никто не умеют. Ой, авапа, да блин! А, нет, это ССГ. СГ. Как я вообще умру, я должен был умереть. Малор! Еще а там чел на длине, я видел. Малор, Энза! О, да, Зори, окей. Блин, зря я затупился по полной. Я. 6 косарей на АВП возьму.
Да не сдавайтесь вы, блин! Они сдаваться хотят. Но они не сдадутся, ребят. А у меня что-то с квеск, я в микрофон не могу разговаривать. Вот ты мужикам, не сдавайте. Сдаются только Энзолю. Такой беспалевный намек был. А я через дым села просто её. Энзолю. Стоп, они опять, ай, они на А уже. Да ключевом-то они на Б. Да блин, вы издеваетесь, я тут 66. Так что они где, я не понял. Одного я сами сама. Ну сливайте его. Просто, не знаю, я одного тут убил, и то попотел немножечко. Да блин, я слился в самый последний момент. Чё мне такое-то сегодня? Я сливаюсь везде. Бом-бом. Бом-бом, Рилли. Даже бот играет лучше меня. И то все эти килы я за него сделал, по-моему. Или а, это ты сделал, а, тогда понятно. Не, я за бота никого не слил. Ну, Рома, 7-3-10, это для тебя нормально. Ну, я играл гораздо лучше, я играл по нулям. Так, молодец, Тащера слил. Центр? Окей, хорошо. Сейчас могу. Ага, их уже тут нету, окей. Бот по жестину бил, конечно, вообще. Бомба где? Они на зашли уже? Просто. Алло. Просто изи. Вот это вот реально было. Не, не знаю. У меня вообще откуда-то набор сапёра появился. А, подобрал. Там, их подбирать можно. Только у бота сапёра нет набора. Фу, тикаем бота. Энзоля меня перегнала. Я просто... А еще кто-то говорил в начале раунда, что Энзоля плохо играет. Да блин, хорэ! А где, когда я говорил? Энза, блин! Энза чуть по мне не попал. Я по тебе специально не попадал. Да я понимаю. Нет. Они на А? Да, конечно. Один прошел. Там... Держи. Блин, чё я туплю-то так? Хорошо, перезаряжаюсь. Там еще чел. Бот, ну не тупи. Алло. Ну тот АФК стоял. Так чё, где они? Просто обошёл с ноги Гарри. Ребят, ну зажмите его. 4 килла за игру. 4 килла! И 2 из них бота. А ещё 1 килла ФКшера, ну пофиг! Это, конечно, были легкие киллы, они по мне даже не попали. Смотри, я хочу подсветить такую команду. Энза, ну блин, не надо. Почему? Ты отвернёшься, тебя не выслушаю. А то у Ромы опять бомбанёт. Блин, это последний раунд. Мы же его знаем. А, это бомбящего человека. А зато у меня только 3 хп он не снял. И то не он, а граната. Это А, похоже. Дай мне силу, пока я его ни разу не убрал, пожалуйста. Поздно. Один прошел на А. Он уже ставит бомбу. Минус один. Давай. Ай, фак. Один из вас на А, я его сейчас солью, если он меня сольёт. Я сейчас длинный... Сейчас Тащерэн за всех остался. Что, убили вы его? Да. Это кто, Энзолю? Да не, я же тебе давал уже. Соль, да. Я реально хотел. Я остановился на пути соль, брат. Следующий раз я тебе дам. Так уже не будет следующего раунда. Ну, если бомбу ставить. У меня бомба, куда идти? Б. Скажи этому какого-то...
Кто? Смолак какой-то. За нас. Во, у них уже 3 бота. А как ты свою команду печатать? А, в свою команду Г русская. Окей, гайс. Го-го-го. Би-би-би, го-го. Тут их куча. Блин. У-ху. Минус. А, нет, не минус. Кто бомба, Рома, бомбу дает мне, блин. Не будет жадиться. Фу. Кикаем Рому. Баним на 40 минут. Сзади! Там все на базе. Да, понял уже. Сейчас его замочу. Наверное. Да. А. Как это? А. Ладно, пофиг. А они, кстати, сдаться-то не смогут. Почему? А, нет, у них 3 чувака. Не, просто... А у них, если 2 чувака голосуют... Please. О, у тебя африканская сетка, класс, да? Ты его купил? Да. И сколько он стоит? Это 11 рублей. Окей. Я уже промо купил, который мне выпал еще. Он промо обычный такой. Смоларек. Окей, это А. Или это боты просто на... Нет, это А. Так мы это... терроры. Нет, они на А уже зашли. Ой, на... в яму зашли вот эту. Ой, я за бота поиграю. Класс. Энза, сейчас к тебе справа придет. А, блин, одного слуга. Еще боты есть у нас? Нет. Блин, свой шанс пропукал. Нас... Ну, поставить, ребят, далеко не уходите. Слепай, ну, Энтоля, ты че? Ой, Энтоля убил противника, последний противник. Странное больше всего. О, слушайте, а, ну, давайте, знаете, как пойдем? А, через за вот это, как его? Коробку? Через центр и через за, как бы считается это дня. Через зигу? Ну, зига, да, пофиг. Надо именно вот эту фигню. Вы, да, через центр. Прошли на... Ага. А посмотрите, какой у меня пинг. Это нормально. Это нормально, это не FPS, это пинг. Что? Чем меньше пинг, тем лучше. Я тебе вот так вот скажу. Я не вижу твой пинг. Малор Боталиев. Да, а мы что, заложили? Нет. Ну, Доля... Куда ты стреляешь? Минус. Не бойтесь, сейчас все в порядке. Сохраняем спокойствие. Родёнка. Зачем они не сдаваться? Ладно, я сначала поставлю пост. Да. Блин, не сдавайтесь, умоляю, оружка может выйти. Малор. Это просто изи. Я понимала, что я затащу. Вот я батя просто. Что? Да, у меня там на ней 300 с чем-то кило было. И после того, как я насад... Вот мой ССГ, во-первых, вот мой калаш, который я купил. Блин, давайте 2 раунда выиграем. Я не хочу, чтобы мне дали бан. Давайте сейчас выиграем 2 раунда, иначе мне дадут бан на 30 минут. За что? Меня может выкинуть. Почему? Да у меня что-то с инетом. У меня просто ноутбук, от которого... Ради Ромы, давайте, ради Ромы. Не бойтесь, сейчас Энзолю слез затащит. Все будет хорошо. Блин, это надо. Не бойтесь, ради Ромы, с 21 патрона сделал. У них 2 бота, из-за них зашли топовые. Ой, я с одного патрона минус 2 сделал. Они где? Они на Б. Ну блин, Энзоля, фак, мой килл. Тебя 8 забивал. Ой, фак. Ему вообще надо кикнуть, блин. Все киллы воруют. Куда идем? Да пофиг уже. А или Б у меня бомба? Я на Б. Да,
Догона Б. Я даже могу, знаете, как я могу сделать так, мне это не помешает. Посмотрите на него, вот посмотрите, бам. Вот, я вот так даже могу сделать. Энза, нафига ты это сделал? Что вот, он сделал? Под меня кинул бомбу и под себя. Которая взрывается, ну знаешь, у меня теперь 63 хп. Спасибо тебе, Энзоля, вот меня с писта, с П, 2000 пуль слили. Не надо такие подробности. Ну, блин, бот! Чё за, блин, блин, бот тупой! Он идёт такой спокойно, слева сидит. Стоп, вы чё? Да вы чё делаете на раунд это щит-то? Да, блин, я не виноват. Энзоля сказал, что ему это не помешает и кинул под нас бомбу. Всё, изи, просто изи. А ничего не дадут? И ничего не дали за такую тащескую игру, ничего не дали? Печаль, беда, па-па-ра-па-ра-па. Давайте, прощайтесь. Всем спасибо за... Всем спасибо за просмотр, друзья. С вами был Энзоля и Ромчик Ченнел. Всем удачи, всем пока.